Дорогие друзья, как вы знаете, в настоящий момент несколько областей Казахстана претерпевают стихийное бедствие. В результате масштабного наводнения страдают люди и животные, приходят в негодность жилье и имущество. 9 апреля, несмотря на плотный график подготовки к предстоящим сольным концертам в Будапеште и Стамбуле, народный артист Казахстана Димаш Кудайберген вместе с отцом Канатом Айтбаевым прилетел на свою малую родину – в Актобе. Сегодня я приехал в Актобе и встретился с жителями, пострадавшими от воды. Я призвал их быть сильными в преодолении трудностей и сказал, что наша сила в единстве. Так, кратко поставил нас в известность об этом событии Димаш в своем посте в Инстаграм. В сопровождении заместителя Акима Актюбинской области Димаш повстречался с пострадавшими от паводков и посетил эвакуационные пункты. В среднеобразовательной школе-гимназии номер 40 в Актобе его с воодушевлением приняли семьи жителей, которым там предоставили временное жилье. Как нам удалось узнать от директора этой школы Жанары Териковой, сначала в этом эвакуационном пункте находилось около 150 человек, среди них большое число детей. Как рассказали нам актюбинские ДИРС, тоже попавшие на встречу, настроение Димаша в этот раз было волнительное и обеспокоенное. Тем не менее, артист нашел теплые слова поддержки, которые так важны сегодня его соотечественникам. Им басы, елим заман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Ауыз сол тұпты бір кәдімде сөз айтам деп дайындап көрдім, бірақ енді кішкене сөз сабуда қиын болып тұр. Мынадай ешкімнің басына келмесін деп айтқым келеді. Мынадай күндер біздің ең бақытсыз күндеріміз осымен ғана шектелсін деп тілек алладан сұраймын. Иә, бастысы елім заман болсын, дүние мүліктің бәрі орнығып, байып қуатты бола беріңіздер. Енді жаңалықтарда мен де оқып жатырмын, енді мемлекет тарапынан осындай сумма бөлінеді дегендерді оқыдым. Енді мен де өздеріңіз сияқты соған сенгім келіп отыр, соған сенейік, енді көреміз. Бастысы бас аман, қиыншылықта бәріміз бір жұдырықтай жұмылып, дабырас жігіттер, азаматтар бүкіл ел бойынша қай үстіне тұрған су бастатқан қалаларға аттанып жатыр, соны естіп қуанып жатырмын. Біздің күшіміз біз бірлікте, сол бірлігімізді дәлелдеп, тепсе темір жетін жігіттер келіп, қолдарына күректерін алып, әрине әскерлер тәріміз бәріміз сапқа тұрып, кәдімгі дұрыстап жұмыстан жағдайды бірге дұрыстатсақ деп үміттенемін. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Мына балапандар біз ала алмай жатқан қамалды алып, біз бұза алмай жатқан қамалды бұзып, еліміздің болашағын көркейтетін, өркендететін осы жігіттер болады деп үміттенемін. Зная огромную привязанность Димаша к детям, мы уверены, что в этот день каждый ребенок, независимо от возраста, смог получить кусочек солнечного тепла от любимого артиста. И, конечно же, дети с удовольствием продемонстрировали Димашу свои достижения и талант. Пострадавшие от затопления люди услышали слова поддержки и от заслуженного деятеля Казахстана Каната Айтбаева. Еліміз бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарсақ, алынбайтын қамал жоқ, еңсерілмейтін қиындық жоқ. Сондықтан да қуанышты күндеріміз көп болсын. Почетным гостям были показаны все самые важные помещения и участки эвакуационного пункта. Не забыли заглянуть, конечно же, и на кухню. В заключение визита по древнеказахской традиции одним из мужчин было произнесено бата или благословение. Бата – один из самых древних сакральных обрядов у казахов, который сложился из непоколебимой веры казахского народа в благодатную силу слова. Димаш оказал пострадавшим от паводка согражданам не только моральную, но и материальную помощь, отправив благотворительный фонд
Демио Казахстан 15 миллионов тенге, что приблизительно 33 тысячи долларов. Медийные паблики запестрили заголовками: «Димаш всегда вместе с народом». Құрметті жерлесер, құрметті ағайын, туыс, бауырлар, әпкелерімізді көріп, ағаларымызды көріп, мені қарындастар, жетіншек балапандарымызды көріп, кәдімгі бір марқайып, бір жасап қалып отырмын. Енді аман үшін Құдайдың ісіне біз қарсы келе алмаймыз. Мынандай кішкене табиғи апат болып жатқан жағдайда менің басты мақсатым қолдан келетіні өзімнің бала кезден бастап, тілеуімді тілеп, биікке қанат қағып, халықта бұрсын деп тілектерін тілеген жерлестерімнің қал жағдайын білмей енді кете алмады. От директора школы номер 40 мы узнали и хорошую новость. Беженцы, находившиеся там, постепенно расселяются. Кто-то из них переехал к родственникам или снял новое жилье, а кто-то уже смог вернуться домой. Поэтому мы глубоко убеждены, что совместными усилиями и с той помощью, которая поступает отовсюду, казахстанцы справятся с последствиями случившегося бедствия. Димаш побывал и в других местах помощи пострадавшим. Об этом мы расскажем подробнее в следующем видео. А пока просим подписаться на наш канал и поставить лайк этому ролику, чтобы вы не потеряли наш молодой канал. Будьте здоровы! И до новых встреч в последующем видео.